Сотрудники администрации сельских и городских поселений Северского района собрали около 450 килограммов гуманитарной помощи для жителей Херсонской области. Крупы, макаронные изделия, воду, растительное масло, предметы первой необходимости, спальные принадлежности и полотенца отправили в новый регион страны. Помогать людям, попавшим в беду, это наш гражданский долг. Северский район продолжает оказывать поддержку подшефному региону Херсонской области, передавая гуманитарную помощь жителям. Груз доставят нуждающимся херсонцам в ближайшее время.